Друзья, всем привет! Вот сегодня себе сварил удочку с бульончиком. Вот утка там, видите? Поел мясо утиное с бульончиком. Ну так вкусно получилось, нормально. Не стал варить суп, борщ, а именно просто захотелось именно мясо с бульоном. Вот, ну так вкусно, говорю, получилось. Вот, дела нормально. Сегодня у меня выходной, один-единственный. То есть сегодня утром я пришел с работы, вот, отдыхаю в субботу, и завтра, воскресенье, мне с утра опять на работу. Вот, ну, хоть я говорю, день хоть отдохну, и то нормально. В общем, друзья, длинные видео буду снимать. Я, как и говорил, после 3 октября, когда у меня будет нормальный интернет, сейчас у меня интернет еще фиговый, вот очень долго грузятся ролики. Вот, а так, говорю, все нормально, сегодня выходной, поесть покушал, вот. Короче, увидимся с вами, до новых встреч.